Итак, привет всем, это Соболь. Слушайте, я немножко заболел, у меня температура 37,6, 36,2, 36,6. Очень хуёво себя чувствую. Видите, я даже в куртке сижу в помещении, потому что меня немножко морозит. За что меня морозит? Вчера закрыли буквально Телеграм, и все закрывают, пока не закрыли меня. Я хочу показать вам видео, которое я снял недавно, это стендап. По сути дела, это все, для чего я снимал вот это видео. Слушайте, я все время, когда выступаю, я всегда знакомлюсь с людьми, потому что очень интересно, кто же сидит в зале. Здесь в основном такие, ну, серьезные, я привык, что молодежь, знаете, типа, а тут такие взрослые, типа, да, типа, такие серьезные. Или просто вы молодежь, ну, хуево выглядите. Не, я честно. Мужчина, как вас зовут, здрасте? Виталий. Как? Виталий. Виталий! В Израиле, круто. Вы чем занимаетесь в Израиле? Что делаете? Инженер-электроник. Это очень круто. Что ты сделал такое самое большое? Вот скажи, вот яркое. Чтоб так было, знаешь, чтоб потом, когда как бы тебя уже не станет, все говорили, бля, Виталик сделал такую тему. Вот есть что-то, что ты оставил после себя вот на земле. Не то, что типа, Виталик, инженер-электроник. Нет, бля, нормально, просто закопали. Нет, есть что-то, что типа будут потом говорить про тебя, типа, что ты Виталик сделал, электроник-инженер. Холодильник починил? Очень хорошо. То есть здесь электроника как бы в Израиле пока еще на таком уровне. Типа, холодильник готов, нормально! Как вас зовут? Костя. Виталик, брат, это... Нормально. Доберемся сейчас до Ивана. 100%. 100%. Сейчас найдем его. Что ты делаешь? Я инженер. Ты инж... Так. Это какие-то льготные были билеты, да? Типа? В одном предприятии выдали, в столовке, да? Можно котлетку забегать, котлетку билетик. Аэронавтика. В аэронавтика. Ёб, ничего себе. А что ты делаешь? Я работаю на армии в Израиле. Вот эти танки с кондиционером, да? Скажи, пожалуйста, можешь, да, никто ничего никому не расскажет, поверь. Есть какая-нибудь такая разработка, что пиздарики всем? Вот, знаешь, типа, вот эта кнопка, хуя, все Виталики. Виталик, подожди, подожди, сейчас. Есть что-то такое? Что просто все боялся. У нас потому что вот телек у нас по всем каналам. Бля, корабль, бля, воевода. Знаешь, типа что, чтобы все обосрались. А у вас есть что-то такое другое? Есть, что, ты там закидаешь всех нам холодильниками, я знаю. Ой, скажи, пожалуйста, что ты... Серьезно, вообще, вот кроме шуток, есть разработка какая-то. Знаешь, ты, пушка, стреляешь, пум, писька. И все убегают, или наоборот, пум, своим, брр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 рrr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 r
нельзя, война это ужасно. Что такое вот? Ваш последний проект про этот самый? А как? Подождите, правда, вы разработали такую штуку? Пока действуете как? Механически? Или уже есть электронная фигня? Вы подопытны, правильно я понимаю? Сидите там, вы же не на табуретке, правильно я понимаю? Да, сейчас я колбаской смотаю. Можно познакомиться еще с человеком, вот мужчина, можно? Буквально, что, ну, молодежь, Костик, Виталик, что-то придумать про письки. Вы, видно, что солидный мужчина. Я 100% уверен, что вы сейчас нам что-то такое скажете невероятное. Как вас зовут? Иван. Иван, скажите, а чем, что вы делаете? Вы безработные. Вы выглядите очень хорошо, понимаете? То есть Костик разрабатывает для армии, посмотрите, ну это ужас. Виталик вообще отсел, чтобы никто не видел дырявую кофту. А супруга? Мне лично? Лично мне очень сильно нужны женщины. А вы женщина? Я просто... Так темно, я... Ведь может быть такой голос у мужчины? А женщина вам не нужна? Тот, в кого Костик стрельнул, в писюндре, понимаете? Блядь, переборщили! Костик, а это вернется? Я же не знаю. Так. Вам, Виталий, Костя, это очень хорошо. Ничего хорошего? Где вы? Давайте сами познакомимся. Как ваше имя?
Танечка, Танечка, мне очень приятно с вами познакомиться. Танечка, вы что делаете здесь, в Израиле или в Хайфе? Вы где, откуда вообще? Хотите от меня получить удовольствие, очень хорошо. Ну, то есть у вас планка занижена, да? Я правильно понимаю? А, Тань, что вы делаете? Есть у вас какая-то род деятельности, кроме как говорить хуйню? Вот. Можно с вами познакомиться? Здравствуйте, как вас зовут? Александр, здравствуйте. Саш, скажите, что вы делаете, Саш, здесь? А? Вы менеджер? В какой-то компании большой, да? Маленькая компания? Типа ремонт обуви, типа, и вы типа. Добрый вечер. Вам обувь, пожалуйста, чиним. Или что-то крупнее. Типа ремонт часов. Ну то есть. Инвестиционный фонд. О, вы серьезный человек. Типа биткоины, да? Нет. Пиздец, я больше ничего не знаю. Скучно. Вам скучно, Таня? Саша, тебе говорят, ты очень скучно отвечаешь. Правильно? Скучно же здесь или здесь? Вообще на сцене. А, в целом на сцене как-то скучно? Не-не-не, охранник сейчас... Не, пускай. Она сейчас все равно, у нее сердце становится через час. Ничего, не переживайте, пусть. Она сама отключится. Скажите, Тань, как, что вы хотели? А, типа, хуяк, Меладзе вышел, вы этого хотите? Все, я понял. А как вы вообще сюда попали, извините, пожалуйста? Каким-то образом где-то перевернулся грузовик с танями, и вы закатились. Тебе сказали, заходи, там тепло! Вы даже по этому принципу здесь? Не так, что это стендап-комедия, там будут шутить. Я говорю, да шутить-то, хер с вами, бля, лишь бы не замерзнуть. Я просто очень люблю общаться, и очень много позитивных людей, да, бывает в зале. И действительно, в этот раз так и получилось. Кроме, ну, Тани, потому что... Потому что так всегда. Вот есть красивый человек, хуяк попеломка. Вот вы на этом огромном юмористическом теле с огромными красивыми сиськами в виде кости, с хорошей упругой жопой, извини, пожалуйста, да, Виталий? Вы та самая попелома, которая мне лично очень нравится. Если бы мы все это снимали на камеру, мы бы вырезали все, кроме этой фразы. Я думаю... И поставили бы ее на звонок всем вашим друзьям. И когда бы вы звонили даже вашим детям... Я попелома, мамка звонит. Алло, да, мам? Что, извините? Я знаю, что вам не угодить.